Всем привет! Ну что, обновил я битву замков. Заметил, что тут воздушный шарик. Сейчас посмотрим вместе с вами. Как он? Я уже там посмотрел. Мне, ну, понравилось, так сказать. Смотрите, что у нас тут есть. За эти яйца синие мы получаем такие награды. Ну, я буду вот это в основном собирать, как бы мне эти нужны больше, но потом я хочу собрать вот это вот. Тоже нормально пойдет. Так, следующее. Вот это вот, ну, не очень так, конечки такие, ну, такое, я не буду такое забирать себе. Фиксим 1000 коник таких, ну, для новичков это самое то. Дальше, вот это я тут по 5 всех собрал, как это, и вот это вот. Вот эти... Мне еще пригодятся ящики с кулачками, а вот это вот, ну, тоже пригодится. Так, есть что потом еще на фарме, если захочется. Вот это я не хочу забирать, там у меня всего есть из этих героев вроде. Поэтому не буду. Вот это я забрал уже. Мне выпала землерыка. Ну, не знаю. Слил Афину и заклинательницу, получил землерыка. Ну, такое, не знаю. Ну, хотя, с другой стороны, землеройка лучше, чем Афина и заклинательница. Поэтому так. Вот это я не буду забирать у меня. Кого тут ничего не... Ну, не нравится мне такая карта. Так, переходим на самое сочное. Мне понравилось то, что вот тут опять завезли эту акцию. Здесь можно собирать зефирку, лису и... пыльцову можно, и вот это вот добавили, то, что самое хорошее, самое сочное, то, что сюда добавить. Я пойду сейчас после видео фармить это все, наверное, на 2 часа буду точно задротить тут, поэтому вот так вот там будут собирать, а потом как это все соберу, что мне тут нужно для плюха, я открою на видео, так что скоро еще одно видео будет. Ждите по битве замков. Набираем. Давайте наберем под этим видео 5 лайков. И все, и будет какое-нибудь новое видео. Выпущу я. И еще. Напишите в комментах, кто играет в эту игру. Пожалуйста. И напишите, как вам вот такие плюшки. Именно вот эти. Как вам такие плюшки. Я почитаю обязательно. Мне будет. Интересно почитайте. Ладно. А на этом все у меня. Мини-видео такое по обзору на шарик получился. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока и удачи.